Всем привет, с вами NXBO, и мы сегодня поиграем в игру под названием «Привет, сосед!» Акт 2. Бета, что-то там. Тот, кто не видел предыдущее видео, ссылочка будет вверху. Там было бета акт 2, но теперь просто акт 2. И там было написано еще Xbox Support, то есть поддержка Xbox. Можно еще на Xbox будет играть. А, фонарик выключен. А, когда... Дверь можно открыть? Когда я нажимаю на фонарик, он отключается, либо включается. Хорошо, пока отключим. А... Ничего себе! К соседу можно обратно подняться? Соседа? О, боже мой! Где он? Не показался? Или что? Ладно, все, валим отсюда. Оп, в подвал. Подвал в подвал. И закрываемся. Все, заходим. Включаем фонарик. Фонарик... А ну, включись. Сейчас же. Хорошо, заходим. Мы в прошлый раз остановились где-то там. О, да, о! Бордо же лапывать на мой накал. Открываем дверь. Что тут еще есть? Мусорное ведро какое-то. О! Я полезу в электричество. Ой! Я все выключил. Не-не, без электричества страшно. Хорошо. В шкафчиках есть что? Ребят, а... Пока я слушаю телек, не забывайте подписываться на меня и ставить лайки, чтобы не пропускать мои новые интересные видео. Ну, мы продолжаем. Что-то, какие-то свечки странные. А когда я выключаю свет, видите, они не работают? А когда я его включаю, отхожу-подхожу, они, видите, работают. Оп, выключились. Ладно, побежали. Тут можно открыть дверь? Нельзя. В холодильнике еда есть? Что это за... Это от холодильника? Да, это от холодильника. О, боже! Толя, ты меня так напугал! Не надо больше так, хорошо? Толян. О, сюда можно зайти. Ванна? А можно воду включить? Воду включить можно? Жаль, нельзя. А я помыться хотел уже. А тут в раковине тоже нельзя. Хорошо. Убираем стул. Заходим внутрь. Фонарик, мусорка. Хорошо, это мы куда? Это мы куда идем? О, это рядом с холодосом. Это хорошо. Надеюсь, тут сосед не ходит. А то сейчас как выйдет из вот вон той двери. И я испугаюсь. Ой. И я очень сильно испугаюсь. О, а это мы сюда вышли. Хорошо, а это что за дверь? Мы куда-то тоже вышли. Ну ладно, пока что эту дверь мы оставим, а пока сами побежим вот сюда. Куда, откуда и прибежали. Толя вон там стоит, пугает прохожих. Хорошо, мусорка. Это что? Еще это уже Коля. О, выход! Так я же сейчас... Все? Так быстро? Ну-то я-то думал... Ну давай, работай. Вверх. Вот так, вот так, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. А! К этому подключения электричества нет, видите? Он вот так тянется, этот проводочек. И к генератору. А что включить генератор? Ой, электричество. Я очень люблю электричество. Ребят, вы это уже знаете, да? Я очень люблю, особенно руками голыми, лазить по электрическим проводам. Хорошо, какой-то провод идет. Тут что-то коротит. Что сюда принести, интересно? Что можно сюда принести? Что это вообще такое? Хорошо. Что мне делать? Я вышел куда-то сюда. О, провод. Провод, провод, провод. Идем по проводу. Хорошо. Идем к проводу. Точнее, по проводу. Открываем дверь. Окей. А здесь что? Да куда я вообще вышел? Ладно, это пока мы бросим, а сейчас мы идем вот сюда. Заходим. Еще один фонарик лежит. Хорошо. Это что? Закрыто. Окей. Идем сюда. Это куда? Дверь! Можно открыть? Не, она просто не работает. Хорошо, погнали дальше. Что-то какое-то неосвещаемое помещение. А, нормально. Осветилось. Ой, это я сюда вернулся. Провод идет вот
Так, закорючивается вот сюда. А где он тут? Сюда идет? Тут нет выхода к роуду. Ну, туда точно он не идет обратно. Вот, увидел. Видите, вот-вот-вот. Идет сюда-сюда-сюда. И вот сюда. А нам что, надо выключить свет? Не, лучше пока что. Ребят, помните, мы там нашли какое-то место? Типа, вот, застрял. Где-то вот здесь. Во-во-во-во. Вот эта дверь закрытая какая-то странная. И идем вот сюда. И идем вот сюда. Хорошо. Вот это место. Видать, я понял, что это за закрытая дверь. Да-да-да, она ведет вот сюда. Хорошо, берем фонарик в руки. А это куда? О, ничего себе. Я эту дверь даже не увидел. Вот спрятали, а. Хитрюганы. Хорошо. Ну, я пошел выключать электричество. Надеюсь, это никак не сломает ничего. Никакое прохождение ничего не сломает. Окей. Вот, включаем. Точнее, выключаем. Хорошо. Стало страшно ходить. Давайте выключимся. Хоррор. Я подумал, ладно, лучше просто с фонариком. Пойдем сейчас опять по проводу. Вот провод ведет вот сюда. Ой, идет вот сюда. Вот так вот, вот так. Провод куда-то там ведет. Ой, куда дальше? А, вот увидел. Ведет вот сюда, вон туда, вот уходит. Вот сюда уходит, вот тут выходит. О! А, вот эта вот штука, она же искрила. И, видать, там какие-то контакты замыкали. А сейчас мы просто электричество выключили, и все. Ну, хорошо. Тык. А это что? А что оно не включилось? Я ж вроде вдал электричество. Что оно не работает? А? Ну, я так, более-менее соседа знаю. Привет, сосед, но... Что-то как-то вообще непонятно. Что тут делать? Что-то еще поискать? Генератор работает. А вот это вот куда? Вот это вот куда? Куда вот это вот у нас идет? Просто куда-то выход. В какую-то непонятную территорию. А вот отсюда вот можно будет выйти? А, да, можно будет. Тогда зачем это надо? Может, нам надо сюда перебраться? Там я вроде бы ничего не вижу больше. Кроме вот этих каких-то странных вещей. Как непонятно освещается. Ладно. Вернемся к этому месту чуть-чуть попозже. А, дверь закрыта. А может надо... Что надо сделать-то? Я так и не понимаю. Ладно, с этим мы сейчас... Как телек работает? Белый шум. Хорошо, я лучше сейчас свет включу, а то без света страшно ходить. Мы же генератор уже все равно включили, так что можно будет и свет включить. Давай работай. Не выключайся, фонарик. Все, хорошо, все освещено. Можно даже... Может, что-то тут есть у нас? Может, здесь что-то? Нет, тут ничего нет. Хорошо, может, я здесь что-то упустил? Какой-нибудь зонтик там непонятный. Да, я хоть что-то знаю про «Привет, сосед». Ну, про этот уровень я... Ну, про первый акт я вообще не очень знаю хорошо. Окей, выходим вот сюда. Раковина опять. Ничего не понятно. Лампочка. Лампочка. Опять Толя всех пугающий и всезнающий. Можно тебя взять? Блин, я хотел с Толей ходить, всех людей пугать. О, а давайте послушаем, что там рассказывают. Можно будет как там пробежать-то? Там пробежать будет долго. А я хочу тут, на всякий случай, еще поискать. Но по второму кругу еще поищу. Может, что есть? Так, ничего. Хорошо. Может, тут что-то? Вон тут вот, например. В этом углу. Тоже ничего. Хорошо. Что вот тут говорят? Гугл, багл, бугл, гагл. Гагл, бугл, багл, магл. Что? Дверь открыта? Все, мы сбежали? Да ладно. Я не верю. Видать, нужно было двойное, типа, отсюда еще света дать. И еще обычного света дать. Неужели это уже выход? Ну не, я не верю. Толян,
как думаешь, это реальный выход, что ли? Ладно, я пойду с Колей попрощаюсь, напоследок. Ну а чё уж? Колян! Колян! Здоров, Колян! Ну, мне пора уже, так что давай. Ты тут без меня не скучай, хорошо? Уже заскучал, вижу. Уже скучает. Хотя я даже еще из этого подвала не вышел. Хотя можно обратно выйти, к соседушке, прямо в руки. Ну окей. Бэкрумс. Деревянный. Заходим. Что это? Я не могу ходить. О! О, сценка! Ой. О, не-не-не. О, вот этот звук! Да, это та самая музыка. У меня еще фонарик почему-то мерцает. Я реально его не трогаю. Где этот сосед? Сосед, это здесь? Ладно. Да, он там. Бежим. А почему дверь не открыта? Нет, нет, сосед, стой! Загрузка? Мы куда-то загружаемся. Куда мы загружаемся? А? Черный экран. Пробуждайся. Ну давай. О! О, запускаемся. Куда это мы запускаемся? Запуск. Акт 2. Бета. Ну давайте просто зайдем, посмотрим, что это такое акт 2. Хорошо. Трубы, вентиляция. Окей, сразу в окно. Хоп, прыгаем. Тут закрыто, как обычно. Ну, в принципе, что еще ожидать от соседа? Хорошо, пойдем через главный вход. Где... А, точно, в главной же игре, в самой основной игре. Вот тут, короче, есть такой подвальчик, типа. Ну, тоже на заднем дворе вход в подвал. И мы отсюда вылезли. Ой, из этого наружного входа в подвал. И уже дом вот такенный. Просто жесть, как это сосед перестроил. А вот про эту вот часть я уже знаю больше, ребят. Но эту часть мы уже изучим потом. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. Сосед, как у тебя этот вентиль забрать? А? Никто не видит? Сейчас сопру вентиль и продам на Авито. Или где-нибудь еще.